Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Инстаграме фото в честь даты с начала отношений со своим возлюбленным. Волочкова выложила обрезанное фото, где видно только плечо и руку избранника. На снимке видно, что мужчина выше балерины на голову. Ровно 10 месяцев отношений с любимым человеком, подписала снимок она. Это много или мало? Наши отношения прошли множество испытаний и сложностей. Но они были выстроены на доверии и умении за них бороться. Но самое страшное – это разочарование в людях. А еще, этот день – начало моего отдыха, и я улетаю в замечательное путешествие. Ранее бывший артист Большого театра Николай Цискоридзе рассказал, как российская балерина Анастасия Волочкова попала на сцену. На этом все, друзья, а вы не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новое видео уже скоро.